здесь была такая вот комнатка под названием туалет. Вот так она выглядела. Выглядела до того момента, как мы за нее взялись. Вот что получилось. Здесь у нас такая микрокухня. Вот, с водичкой. Здесь у нас будет еще висеть шкаф. И вот она, одна из комнат, в которой мы собираемся. Она небольшая, не влезает в объектив. Вот так все покрасили своими руками, положили ламинат, положили плитку, поставили былую дверь. Ну, а дальше у нас еще продвигается ремонт.